Национальный совет, нижняя палата австрийского парламента, вынес вотум недоверия консервативному правительству канцлера Себастьяна Курца. Инициативу оппозиционной социал-демократической партии Австрии поддержала и ультраправая партия «Свободы», которая до недавнего времени входила в правящую коалицию. Несколько дней назад меня уже хотели снять с поста федерального канцлера. И это было понятной тактикой. Но сейчас хотят свергнуть все правительство за несколько недель до выборов. Вряд ли кто-то в нашей стране поймет, зачем это нужно. Правительство Курца должно было оставаться у власти до назначенных на сентябрь досрочных выборов. Вынесение вотума недоверия канцлеру и его правительству произошло впервые в истории Второй Австрийской Республики. Безответственное отношение к государственным делам порождает недоверие. Господин канцлер, социал-демократические депутаты больше не доверяют вам и вашей партии. Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем успешно выступила на прошедших в воскресенье выборах в Европарламент. Но в нынешнем составе австрийского парламента она не располагает поддержкой большинства депутатов после отказа от коалиции с партией «Свободы».